Так это получается, этим отравиться можно? Ну, дед, слушай, я вам не продам. Так значит, вы хотите Новый год испортить, да? Деда Мороза отравить решили, так? У детишек праздник отобрать хотят. Люди добрые, смотрите. Здравствуйте, детишки. Мы вот пришли сюда, потому что Снегурки тут, в этом Дикси окаянном, продали просрочку. И мы посмотрим, не могут ли отравиться еще детишки. Пойдем. Ну что же, сегодня мы купим ребятам в этот мешок. Что мы купим? Ребята, что вы хотите? Я хочу, чтобы вы подержали мою ключу. Набирай. Вон. О, сладости. Нету. 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 По хапками греби, сынок, по хапками. Мешочек-то мой наполняется, наполняется. Что тут? Ты проверял? Кончики. Детишки любят кончики. Тоже дата, время окончания размораживания отсутствует. Это выпечка. Ты посвежее выбирай, внучок, посвежее. До детишек еще добраться надо. Да. Может, все. И сам перекушу. Да все загребайте, что вы высматриваете. Все, полный мешок. Много осталось. Много? Много. А мы в корзинку потом напихаем. Понял. Так, корзинка. Что у нас еще тут есть? Что еще? Пойдем. Мешок дедушкин. Мишура на воду. Надо пока завязать, чтобы никто не украл. С Новым годом вас! Спасибо. Яйца. Яичек хочу. С Новым годом вас. Ну, внучок, набирай. Посвежее смотри, внучок, посвежее. Мешочек заполнен у меня, в руки тебе. В руки. А, так пойдем тележку возьмем. Тележку готов. Там еще пончики остались, не все купили. Аж мешок не вместились. Детишки же любят пончики. Поэтому мы купим все пончики здесь. До 4-го. Это что? 17. Это что у нас? Это у нас йогурт. Био. Био-йогурт. Йогурт и детишки любят. Берите, внучки, берите. Давайте. Не, у меня ручка уже устала. Вон сколько всяких вкусностей. Вот за меня олень понесет мой. Что, может быть, корзиночку для оленей? Телегу? Да, можно, Сани. Можно. Сани. Нам едет. Едут сани, мне кажется. О, да, мешочек можно. Да, мешочек сверху. Да, мешочек сверху, чтобы дедушке было не нагибаться. А это снегу. Так, вот я верю, что олень найдет больше подарков. Нет, мне кажется, почему-то не будет в этом месте. Ты не отчаивайся, олень. Ну, с другой стороны, до 24-12. Олень, прошлогодние подарочки. Прошлогодние подарочки. Клади к нам в корзинку. Может, еще? Еще что? Еще возьмем. Бинго! Ну, последний-то, но. Ах! Олень, с тобой надо в Лас-Вегас ехать. Олень. Сейчас внучка возьмем, запряжем тебя в сани и поедем в Лас-Вегас. Это нет. Раз на раз не приходит. Мангарин столовый. Рекомендуется в Солнечногорске. Как припарку использовать. Олень-то знает в этом толк. Да. Оленя из сана как, вытащили? Ну что, внучок? Нету ничего. Подарка детишкам тут нет. Вот. Есть подарок детишкам. Прошлогодняя колбаска. Годно до 31-го. Числа. Я прям. Да ладно. Вот прямо пальцем в небо тыкнул до 28-12. Проверю олень. Да. С сентября по декабрь. Дедушка не такой уж старый. До 24-12. Еще раньше его.
Может быть, еще будет? И еще, и судя по всему, выложили вот только что. Посмотри. Все, что ли? Да. Рыбоньку детишки как поедят, до, так и просрутся. Все до декабря. Прошлого, до прошлого года. До 01-го. 0101 тоже просрочено. 0110. 0110 это 18-й. Все, я понял. Дедушка просто плохо видит. 0101. Ну давайте заберем это и все. И это тоже. Помогайте. Помогайте. Олень поможет. Внучок поможет. Нам нужно больше пончиков. Мешок не влез, блин. И вон, маффин захвати. Заморскую штуку эту. А вот эти штуки посмотри. Да нет, это. Все. Все же просмотрено. Все нам нужно. Детишкам нужно. Ну что, конфетки? Конфетки можно. Конфетки, пойдем. Никогда не разочаровывай. Зотарин. Ну, как говорится, олень указывает внучку, а внучок занимается физическим трудом. Давай, олень. Да у нас не хватит саней. Саней не хватит? Потому что вот я... Найдем еще одного оленя. О, а этот я прям чувствую уже. Зефир. Ну, а? Ну, он типа нормальный. На самом деле это все... Ну и осенний вальс лежит. Вот осенний вальс мне нравится. Вот эти вот конфетки. Осенний вальс бери его. Берем осенний вальс. Вот. Осенний вальс прямо. Осенний вальс. Что это? Это батончики у нас. Вот. Батончики. Такие батончики. Сразу видно батончики. Батончики. Давай. Столько сладостей у вас набрали, детишка. Чтобы в мешок не влезло. Пришлось эту, как его, сани брать. Я вам их товаров пробить не могу. А как же детишки? Ну, как детишки? Детишка может их посмотреть, вот другие конфеты нормальные. Можно, а почему не хотите, пробьете? Хотите, я вам покажу. А почему не пробьете? А тут так еще не ставили. Как не ставили? Кассирша забыла утром поторопилась. Как не ставили? То есть они отравлены, что ли? Почему не отравлены? Почему отравлены? Ну, просрочно. Сегодня у меня одна кассирша, она на кассе, и там не успела. Вот сейчас я все соберу. И что вы с этим будете делать? Ставлю дату. А, то есть вы на этом будете ставить дату? Завтрашнюю. Завтрашнюю? Почему завтрашнюю? Ну, а почему не завтрашнюю? Завтрашнюю выгоднее. А мне вот кажется то, что я вот этот вот донат, или что это тут у нас? Донат, да. Видел в 1432 году от Рождества Христова. Вот на нем дата тоже не стояла. И мне кажется, это именно он. Что я думаю, мы это его он. Каждый день вставляем. Ой, так, говорите, значит, кассир не успела, да? Не успела. Так, внучок. Это, укатился вон. В 1242 году на ледовом побоище видел его. Такой же розовый был. Там таких из Европы их завезли, как раз таких розовеньких, голубых. Это сегодняшнее. Сегодняшнее? Угу. Не верю я вам, девушка. Ох, не верю. Ну, ладно. Будем считать, что даже вот отмазались от донатцев. Что тут у нас есть еще? Сейчас собирать буду. Давайте обратно. Смотрите, у нас есть вот селеденька, рыбонька, вот детям полезная очень. Вот. До 29.12.18. Это забыли, наверное, дату поменять, да? Нет, это забыли убрать. Так это получается этим отравиться можно? Ну, это слушай, я вам не продам. Так значит, вы хотите Новый год испортить, да? Деда Мороза отравить решили. Так? У детишек праздник отобрать хотят. Люди добрые, смотрите. И куда же вы это все понесете? Даты ставить? На списанку. На списанку. А вы работаете там? Лучше, да. Напоследок, конечно, пожалуйста. Аккуратнее будьте. Они Деду Морозу отравить хотели. Да, спасибо, что показали. Спасибо, что показали. Целую кучу денег. Вот там.
Указали. А что ж вы раньше-то не думали? Или вы специально детишкам праздник хотели испортить? Скажите мне. Нет, не хотели. Так получилось. Извините. Так получилось. Ну вот, подарок вам, дедушка, не подарит. Плохо себя вели. Как плохо. А если б детишки вот съели бы и отрубились, что бы было бы? Праздника не было бы. А вот хорошо, что вот внучок у меня заметил. И олень мой. Глазастый, вон у него 4 глаза даже, вот как у меня. И у вас. Вот. А вот если бы вон та девушка пробивала, у нее всего 2 глаза. Она бы не заметила и пробила. Извини, 4 глаза. Стараемся. Ну, к лучшему. Кто у вас старший-то тут есть? Я за старшего. До старшего. Нам в департамент Рождества нужно об этом, так сказать, инциденте доложить. Нам нужен акт списания с печатью. Сделайте нам. Акт списания? Да. Сейчас я позвоню своему руководству, что они скажут. Надеюсь, они очень огорчены этим инцидентом. Аккуратней, бабушка, они просрочены могут быть. С Новым годом. А то вот представляете, Дедушку Мороза. А отруить хотели. Прошлогодняя селедка. Что тут у нас еще? Тоже прошлогодняя. Еще до Нового года за неделю закончился срок годности. Что это? Красный бархат. Пироженка. А детишки ведь это любят. А, что ж мы к вам еще пришли-то? У нас же еще Снегурочка купила тут, получается, подарочки детишкам на Новый год. Вот мы и пришли сюда проверить, не все ли такие подарочки. Оказалось, вот сколько много. А когда вы пришли? Внучок, достань. Мешочек наш второй. И что же, у вас всегда так? Нет, не всегда. Олень. Тут всегда так? Вот олень говорит всегда. Олень я больше верю. Олень не человек, а не самолет. И олень ни разу не хотел меня отруить. Много-то. Столько подарков загублено. Так, ну теперь со Снегуркиным мешком надо разбираться. Чек мне дать? Рано. Снегурочка его еще не принесла. Вы посмотрите. Я вижу. Смотрю. Чек мне дайте. А чек где он? Да для чего? Зачем вам чек? Ну, чтобы возврат сделать. А если потеряла Снегурка чек? Ну, хотя бы время скажите, я распечатаю. Олень, во сколько Снегурка на тебе ездила? Нужно еще решить, сделать ли возврат. Может быть, все-таки стоит попробовать. Я вот надеюсь, что здесь торгуют нормальными товарами. Потому что я слышал, где-то с краем уха слышал, что в Dixie только свежие и качественные продукты. Раньше были, по крайней мере, вот сейчас я не знаю. Это надо уточнить. Сейчас продаются в Dixie только свежие и качественные продукты или нет? Я чувствую, нет. Так продаются? Свежие продаются. А качественные? Некачественные. Некачественные? И качественные тоже продаются. Странно. Мы что-то не заметили. Вот с оленем. Вот внучок тоже что-то не заметил. Не заметил внучок? Последняя касса. Аккуратнее. У нее Деда Мороза травануть хотели. Дед Мороз опричников будет звать? Опричников? Ну, вот. Вроде исправляются. Здравствуйте. Последняя касса, пожалуйста. Не работаете? Здесь не работает. Здоровечко плохо, если честно. Вот травануть хотели. Просрочено, просрочку продать хотели. Да не. Ну вот, серьезно, вон, прошлогодний наш, еще. Новый год наш, весь всех настроений, это зависит от вас. Как у вас все нормально бывает, как у вас все пройдет нормально, значит, этот год для нас все пройдет вот отлично. Правильно, вы представляете, если бы Новый год, Дед Мороз, вот все бы радовались, детишки, а Дед Мороз на толчке сидел. Что это, внучок? Это пусто. Тетрадка, наверное, у них продается. Чистая книга. А ты сзади посмотри.
Нету печати? Или... Есть, есть. Есть печать. Все есть. Жалоб не поступало. Не заполнено. А какого числа? А жалобы там есть вообще? Нету. А какого? Отзывы и предложения. А, числа нету? Нету. Ну что, ты писать умеешь? Учили в школе. А ты хорошо учился? А, точно, я же тебе подарки. Так вот, напиши здесь, значит... Всю правду. Вот Деда Мороз. Прям так и пишу, вот дедушки. Дедушка просто в зимних рукавичках, писать неудобно ему. А чем писать? Есть жалобная ручка. А есть жалобная ручка. Вот, ручка. Ну чё, дали нам ручку, посмотри, прогладность ручки. По карте платят? Да. Вам на карту сделать возврат? Или конечно, на карточку. 766. Какой сервис тут, смотри, а ты говорил опричников. Тут и без опричников, я думаю, исправится же, да? Исправите, девушка? Угу. Опричников не надо? Нет. Чтобы штраф 300 тысяч был, зачем оно нужно? До 6 лет тюрьмы, а, не до 6, до 3, тут детского питания вот нету, да? Не найдено пока. Не найдено. Вот. Ну вы посмотрите обязательно. Вот правильно. Продали оленю Великоустюгскому просроченные товары. Правильно. Проверка во главе с Дедом Морозом выявила целую тележку просроченных продуктов. Попроси принять меры. Ну что, Оли? Подождите, дайте. Я считаю, что данный магазин не исправился, потому что в августе я здесь был. Здесь я вывез, ну как вывез, они мне не продали. Как и сейчас, в принципе, да? Ну, конечно, часть продали. А, где-то тележки две. Ну, с тех пор вот я тут не был ни разу. Ничего не поменялось. Все так же торгуют просрочкой. Ты адрес скажи магазина. Москва, Народного ополчения, улица Народного ополчения, 21. Дикси. Вот так вот. Но Новый год мы решили опричников не звать. Но на будущее держитесь. Ну и детского питания, конечно, не было. А так бы мы по-любому опричников вызвали бы, да? Конечно. Ну, в любом случае мы это дело так не оставим. И будет подана официальная жалоба. А вы там внизу подписывайтесь на канал. Ставьте лайк. Раскидайте это видео по соцсетям. И... подписывайтесь на наш телеграм-канал и инстаграм. Там все самое. Все прямой эфир. Здесь, к сожалению, катакомбы прямой эфир не велся. Да. Ну и смотрите, что дальше. Нам обменяют, не обменяют, вернут, не вернут. Акс-писание. Вот акс-писание ждем только. Вот смотрим, будет, не будет. Да, но могут они нас еще обмануть. Они такие тут в Дикси, такие. Тогда пока пойдем поищем еще что-нибудь. Пойдем, да, посмотрим. Там может еще что найдем. Кто идет к нам, Олей? Это идет наш самый лучший внучок. Подарочек. Так, можно его не снимать, потому что это внутренние документы. Я вот списал. Не, ну у нас только решение суда открыто. В принципе, можем его поснимать. Давайте сюда. Спасибо. Так. А зачем вам бумажка? Варежки. Что? Бумажка такая. Какая бумажка? А что там бумажка? Это ж нам, да? А зачем? Министерство Рождества. Давайте. О, а там даже нет. Срок годности. А все верно. Вот. Да, спасибо. Ну что, вы исправитесь? Конечно, постараемся. Исправимся. И вам спасибо, что помогли. Ну вот, Олень, конечно, вам не верит, но я, как Дедушка Мороз, так уж и быть, поверю вам. Стараемся. Ну, значит, пойдем. Все, пойдем мы тогда. С Новым годом вас. Все. Только свежими и качественными продуктами. Ну что, пацаны. Они не будут звонить. С Новым годом всех, как говорится. С новыми продуктами. С Новым годом! Этому человеку Новый год не мил. Потому что он сидит в Дикси. Ляпота-то какая! В магнит пойдем? Ляпота.
А мы идем. Ну, в плоти, а ты магнит. В магнит, но магнит, против. В магнит его на это. Магнит, вот именно. Мы-то хорошие, а тут. Ну что, в магнит? Пойдем в магнит.